Бля, Плюхан, ты вообще помнишь, как этого чела звали? Кого? Гриш. Который у тебя на аватарке. Чомпи написано. У тебя есть РТВ? Вон в чат. Не. У тебя, наверное, гифки статичные. Это не факт. Так, выбирает мемес. Номер бутылки. И ну давай, знаешь? Давай девятка будет. Это крепко. Это тройка. Нет. По-моему. Да ну нахуй. Нулевка, думаешь? Семерка? Да. Ну нахуй. Тройка. Нулевка. Да. Безалкогольная сетка. Если тут спросят, какой пол, я ебал. Это другой парень. Точнее, Ваня ебал. Тут цифру. Опа. Портер. Это десятка. Говори, восьмерка, нахуй, я хуй знает. Че? Может, двенадцатая? Ты. На шестерка это? А, пусть будет шестерка. Пусть. Блять, я ж не сказал. Сука. Тоже сложно. Такое не пил. Может, двойка? Да. Все, а что еще осталось? Что осталось? Восьмерки не было точно. Единичка, пятерка. Четверка. Это пшеничная. Ну это единичка. Нет. Сука. По-моему, это восьмерка. Четверка. Это точно не пятерка. Чё сказал? Четверка? Пятерка? Нет. Нет. Восьмерка, жмите, глупцы. Больше не осталось. Сука. Золотое. Все, четверка, ебать. Нет. Единиц первая золотая должна быть. Пятерка-то? Нет, не пятерка. Пятерка. Да ну нахуй. Я пил пятерку, она не пшеничная. Она, блядь, не пшеничная была, пятерка. Карту или откуда она? Ух ты. Из танков. World of Tanks. Есть пробитие. Так назовите карту еще. Или понятно. Откуда она? И там или было. Карта или откуда? Ирин, ты же играл. Там снизу написано. Я? Это Якудза. От Мора. Да, Скайрим. Я же говорю, ты играл. Так и ты играл. Ну, Скайрим я не любил. Это метро. Карта московского метро. Нет. А, нет, это карта метро 2033. Блять. Да, метро 2033. Блять. Спасибо. Четко. Как бы игрульки везде. Да. Тут не игрулька. Это сталкер. Не, ну это карта Москвы. Это да. А вот это... Зачем ты подсказываешь? Игра по... Игры престолов. Все, все. Зачем ты ведущим подсказываешь? Все, 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 все. У тебя ноль. Сколько я тебе сказал? Да и чё, ебать. Минус Нива. За такую хуйню. О, сходи, знаешь, что это? Да, знаю. Это четвертый ассасин. Black Flag. Да. Лондон. Да. The capital of Great Britain. Крошка картошка. Ебанулся. Custom build и камбургерс. Макдональдс. Карл Джуниор. Муж БК? Нет. Леон БК? Да, Макдональдс. МТС. Дай подумаю. Наверное, это МТС. А может, это GSM? Угу. Билайн GSM. С нами удобно. Это чё, симка. Че знакомый, кстати? Бля, по-моему, это Мегафон. Это перекресток.
Это Windows. Немножко непрофессиональный. Неправославный? Угу. Сука! Неправославный. Извинись. Простите. Нет! О, я понял. Отвечай. Это... Ну, давай твиттер будет, мне похуй. Какой-то стрёмный. 2006 год. Вопер, блядь. Я Бургер Кинг. Где же Вопер? Ау. Ясно. Не рискуй так. Нельзя, тут без риска. Он не знает. За... Ебах. Чё, я не ебал. Знаешь, ничего не потеряешь. Кончу. Какой жар птица. Это Firebird. Firefox? Starbucks? Кофе, чай, спайс. Yes. Nokia? Nokia? Okay. Почему рыба, блядь? Век. Он не знает, кончай. 17. И нахуя он нажал? 17. Он гуглит. 16. 18? Да. Не туда пошел. Год. Игорь? 988. Прикликли меня, походу. Я в ответе за это. И за отмену крепостного плана. Плана, блядь. Плана? Плана. Это сейчас он в России, по-моему, будет. Год. 91-й. Да. Опа. Ну это фит. Кроме этого. Датчик, давай, пошел. Он не знает. Есть пробитие. Денчик. Размуться. А он гуглит и замучился, чтобы его никто не слышал. Я гуглю. 79-й. Кончаю? Нет. 79-й, блядь. 52-й. Блядь. Теперь знаешь. Это молодой пацан. Человек. Российской Федерации Борис Ельцин. Тысяча... 1917? Нет. 14. 17 октябрист, что ли? Чего нахуй? Он обдолбался там или я что-то не знаю? Чуть не знаете. 1861. Мразь. Что там? 1125? Гуглю восстание. Вы... Да, восстание декабриста. 25-й. Аниме. Опа. Ты аниме там хотел ответить? Я... А дай Денису, сука. Сука. Ты, блядь, читаешь написано вообще? А, слава богу, блядь, я не... Ты не поверишь сейчас, какого это аниме. Джожо. Это из Джожо. Да, знаешь, как его зовут? Бизар. Джожо. Денис. Бизар это не то. Ладно, ты не знаешь. В смысле? Так я сказал, с какого аниме. С какого? Тебя надо было что назвать? Я ебу. Про... Назовите про... Нет, про антагониста неразрушимого алмаза. Так это после комментарий появился. Так что я виноват? Я считаю его просто легитимен. Ну или вообще... надо было сказать тебе, что сказать. А что... Такая нахуй разница. Прямо Ваня сразу повернулся резко. Блять, нахуй я нажал? Просто атака... кончим. Атака титанов. Время сидит, тянет. А ты знаешь, Мирон? Это жижа. Нет. Ангелы — это Евангелион. Он, найс комментарий после. Да. Короче, озвучивай ты комментарий. Тетрадь? Да, еблан! Токийский гуль. Токийский гуль. Да. Тетрадь. Да я ещё ебу, чем разница. Как я должен комментарий озвучивать, если у меня появляется так, как у вас? Да.
Тут можно нам говорить, что отвечать. Ладно. Так это я вопрос без риска для меня. Ебать, я не подскажу. Хирогару видишь? Вроде нету. А чё надо? Читать. Прочитай вслух. Да, читай. Игорь. Нет, чего? Не, чем надо ответить? Ты должен спеть опенинг. Какого рожь набора? Так он спеть опенинг должен был. Напой так. Напой так, чтоб... Это попал. Вот у меня потом показалось. Ебать. Ебать. Тупо мимо слушай. Окей. Да, Кейона называла, здесь не отгадал. Денчик уже не тот. Пикачу. Блядь, сбоку на пика. Да. Там написано было пика, главный герой. Ну понятно, да, да. Пизда, что-то громко. Джо. Еще погромче можно? Нет, нельзя. Шугачи газа. О, ребят, пятихаточка. Минус пятихаточка. До свидания. Блин, ну что это за хуета? Я ебу. Это горничная, а можешь сказать хотя бы, что это такое? Это аниме. Блять, не, ну... Кончай его просто. Ладно, я не знаю. Он не знает. Даже ты не знаешь? Да, это Асфальто. Персонаж. А, охуенно, если бы персонажа было назвать. Вообще как-то странно то, что комментарии постят. Игорь. Если что, это фулл смешанный пак, здесь вообще все есть. Расстраивайтесь, типа, да? Главный герой. Да. Бать главного героя. Лара Крофт. Герой. Блять, как заебали эти вопросы с секретом, это что-то невероятное. А игры можно отменять как-то, не? Или что? Нет. Нет. Если они встроены в пак, то нет. Хочешь, я могу нажать стрелочку, и он рандомно передастся. Давай. Уже поздно, ты нажал. Ну. Это... Блять, я не помню вчера, как его звали. Это игра Хала? Да. Персонаж. Виктор. Блядь. Андрей. Джерси, блять, я хуй знает. Мастер Чиф. Джордан. Мастер Чиф, блять. Вчера в Мастер Шеф? Да. Нахуй, это вообще тыкнул опять. Эцу. Полностью. Аудитория Дефференс. CSGO. Да. У него раньше, блядь, было. Игру. Dota 2. Пошел нахуй, у меня даже не было ничего. Не было звуков, ноль звуков, там, блядь. Там ту было. Да, конечно, вообще ничего не было. Это опять хуйня, это пупка, я запомнил. Че ты, блядь, запомнил? Ты этот пак играл, что ли? Я на максимум кровь. Сейчас типа не отвечает, типа не играл этот пак. Payday 2. А следующий ответит вопрос, смотри, за инстантом. А, Бейтон это знал, сука, понятно. Почему так тихо? У меня дома? Ну, сделай в ползунке справа. Спасибо за инфу. Цивилизация. А, у меня на максимум. Там бас-бусты там ёбнуло. Ну, я на максимум поставил, у меня пиздец есть. Я не сказал. Да, я там только в пятую играют, как угу. Наберешь. Набираю. Far Cry Primal. Serious Sam? Да. Нет. Кончаю. Life is Strange? Нет. Ни разу не попал. Музыка просто не специфическая с этой игры. Все, это и не буча, я пошел назад ползунок на центр.
Не санил случайно. От бас буста до... Starbound. Имя, фамилия. Тема охуевшие остались. Эйден Пирс. Ясно. Брал мышку. Пойду салатик возьму. Ну, наложи мне. Давай, Мирон. Коннор. Дальше. Макгрегор. Серьезно, да? Ай-ди-ди-ди-ди-ди, у него там, блядь, его настоящее имя. Нет, фамилия как у бати. Печка. Хоу, блядь, не ебу. Ну, ладно. Коннор Кенвей. В смысле? А, ну да. Это спецопрос был. А, блядь. И... Нет, нет! Кончай. Ладно. Это Тиф. Гаррет. Фамилия нужна? Чей? Гаррет Лето. Имя. Бигби. Угу. Имя. Вита. Вита. Пизда, зачница. Он тебя ебёт. Да я даже не ебу, как его зовут. Я знаю, мем это Вита в сделку не входил. Heroes 3. Блять, он назвал часть даже, я отходил вообще. Это несправедливо. Чё? Тут нормальная тема, я пока отходил. Тут, Игорь, говорят, если тебе в игру перезайти, то будет нормальный звук громче. Нет, это хуйня полная. Значит, неправда. Назвать игру. Чё, я? Да, ты. Ну, теперь называй, блядь. Блядь, Титан, Тайтан Квест. Угу. Это цивилизация третья. И говорит, часть не важна, блядь, понятно. Ну, давай это будет Диабло третья. Кончай, кончай, не, не знаю. Салатики мне подают. О, знаете, что это? Кризис. Да. Откуда знаете? Коты сменились на вопросы без риска. О-о-о. Это счастье. Я попросил. Это... Она не знает. Warcraft 3, наверное. А дальше? Frozen Throne? Нет, красавец. Не засчитывай, это пиздец. Критическое. Да. Я ни в один не играл, мне насрать вообще. Осуждаю. Это было грубо. Ты... Это Warhammer 40 тысяч. Dawn of War. Dawn of War, верно. Да. Это просто единственное, что я знаю про него. Опа! Второе С. Нет. Ну, Brotherhood, может. Ну, там один у него одинаковый. Ну, видишь, вот ты. Психоделик сразу угадал. Ну, блять, я не... Потому что я откинул второй вариант. Что я тоже это знаю. Казаки. Так снова война, подожди. Там в скобках я один. Я против, ебать. Ты, блядь, из минуса выйди сначала. У тебя здесь нет власти. А чё вообще смог? Цивилизация? Часть. Ты до этого сказал, часть не важна. Говори. Ну говори часть. Да ты охуел, блядь. Тут есть намек на часть. Да. Ты, блядь, не пизди. Не гоняй его. Цивилизация 5, скажи и все, блядь. Да он бы засчитал за пятую, наверное. Потому что пятая, это которая всегда. 6. Да. Блядь, блядь. Гений дедукции, пиздец. Это... Far Cry... Far Cry... Блядь, пятый или New Dawn? Пятый или New Dawn? Пятый? Да. Или New Dawn? Да я хуй знает, в чем у них разница. Копайте, сажайте, следуйте, строите. Это Майнкрафт. Вообще это Террария выглядит как. Ну да, похоже на Террарию. Или это какой-нибудь Старбаунд. Не, Старбаунд в космосе, Террария. Да. Вкусный салатик. Ты играешь, Игорь.
Кончай, собака тупая. Не понял. Грубовато проведуще. Это я тебе близко. No Man's Sky. Игра. GTA 4. Спор. В Undertale кто-то играл? Или там можно прыгать? Может, это Cuphead? Нет. Там можно прыгать. Да, ё-моё. Там можно прыгать? Перевернуть гравитацию. Это интересно. Я слышал про Talos Principle, что это такое, то, что там можно гравитацию. Ну или как-то про космос, короче. Это ви-ви-ви-ви. А, у меня оно есть даже. Пандора это ж. Второй Borderlands. Да. Аватар, хотел сказать. Макс Пейн скринти. Может, прототип какой-нибудь. Или Панишер. Был автоответчик. Mm-hmm. Я заскринил. Что заскринил? Игру. Скурим. Скурим. 5. Это тоже где-то было. Да, в какой-то игре. Ты куда? О, так это... Майнкрафт. Старкрафт. Старкрафт. Может, это игре имел в виду? Я и не знал. Цивилизация. Да, Игорь, ты чё? О, в стиль. Форт? Да. Цивилизация? Я шок. Точно. Это всё как цитата Стэтхэма звучит. Может, Денчик с минуса выберется? Зачем? Это же изи. Я ебу, боже, я не играю, блядь, не важно. Я попал. На F? На F. Press F, теперь респект. На S. Это Stronghold. ST. Stronghold. Stronghold. Crusader. Что это? Два слова. Stronghold Crusader. С. С. Ну, я думал, там S в конце. S это в начале. Ну все, погнали. Фильмы и сериалы. Надеюсь, тут вы шарите. Конечно, Ваня себе. В плюсе. Даже Денчик. Оп, пускаем. Денчик, выбирай. Серия. Ну ты вот нашел, куда, блядь, ступить. Говно. Умный. Тут название серии. Чё, блядь? Ты конченый? Зачем ты еще раз туда нажимаешь? Туризомат? Выбирай чуть повыше. Чуть-чуть повыше. Описание русского сериала. Молодежка. Да.
Вали. Да. Один дома? Да. Да, я так падаю, честно, эти стены текста читать. Пираты Карибского моря. Часть. Четвертое. Название с вами. На странных берегах. Нет. Да. Че, это про вторую, что ли? Пизда. Так вторая часть нормальная, не? Опа. Блять, Аладдин. Ну что вы? Хоть за какой-нибудь король лев, может? Вот. Сейчас вы его увидите. Просто офигеете. Не знаешь, отвечай, Шрек. Тут счастье. Данила? Богатырь, что ли? Погоди. А может, это русский сериал? Фильм? А, я понял. Хардкормушка? Нет. Да. Там что, Данила? А, блядь, типа... Дух всё, второй. Да. Хай, Данила! Нет. Это Покров Данила. Вы чё, дурачки? А. Брат, ебать. Брат 2. Чё-то никто даже не себя не делал. Я вообще думал, это мультфильмы. Нет. Почему-то. А, первое место. Ну, там, по-моему, список Шиндлера. Нет. Да не. Шоушен. Ну, побег из Шоушенка, может. Фильм. Чарли Шоколадная фабрика. Да. Угу. Тут счастье. Я только про богатырей знаю несколько частей русских. Молодец. Монстры на каникулах. Три. Это русское? Похоже на то. Тут с счастью. Это с счастью, я так понимаю, да? Но она не номерная. Это Шрек. В смысле? Номерная я не. Она не номерная. Это Шрек. В скобочках написано, какая она по счету. Это третья часть. Не. Это Шрек навсегда. Да, Шрек третий и так и назывался. Блять. Фильм и часть. Философский камень. А фильм? Ну как ты думаешь? Знаю. Гарри Поттер, наверное. Кончай, он не знает. Похож на Аладдина. Ты похож на Аладдина. Или на Орла. С частью. Философский камень. Нет, две крепости. Две крепости. Чё? Это последняя часть. Возвращение короля. Да. Разве он это? Во второй части, блядь, он не лазил по пещерам. По-моему, паук схватил. Но это в третьей части. Части его тащили в... Вот это как раз на странных берегах. Да. Третий, трансформер. На той стороне луны. Тут тоже счастье. Вторая железка. Тут тоже счастье. Третий назад будущее. Это Человек-паук.
Второй, второй. Да. Еще префайром ебал? Нет. Жми. Блять, ну тут остались разделы просто охуевшие. Отель или он? Да. Упс. Упс. След. Да. Для русских сериалов это, конечно. Next level. Новенький в 10-м классе. Ранетки. Да. А, ну да. Эй. Это про этих двух, там, Феди и как там второго зовут? Это точно? Сева и Федя? Сева. Как это первого зовут? Сеня и Федя. Сеня и Федя назывался сериал. Сеня и Федя. Чё? А, я вообще не то прочитал, ебал в рот. Это крыши... Вечный отпуск. Ладно, это вообще не то. Это папины дочки. По-моему, семейный... У кого-то есть телевизор. Из него эхо. Я чуть было не высрал интерны. Может, все-таки стоит? Охлобыстин же. Метод Фрейда. Это как Доктор Хаус? Нет, сказать, Доктор Пихта. Право. Да. Давай. В смысле? Боже, ты-то куда? Ты же нормальным человеком была. Да уебал сынчик. Алява. Пизда. Все, простите, мое почтение. Точно было? Мое почтение. Извиняйся. Извиняюсь. Все. Сериал. А, ну... Данечка. Я не то прочитал. Ты куда ты жмешь нахуй? Не пизди. У тебя есть один шанс. Breaking Bad. Да. Загуглил. Да, конечно. Согласен. Блядь, что-то тоже знакомое. Блядь. Сейчас, погоди. Угу. Сейчас. Чел, у тебя минус 100, куда ты лезешь? Смотри, там крики уже пошли. Не назовешь. Я знаю, все равно не то. Ну ладно. Игра престолов? Да. А, вот. Или песня «Дай пламя». Ну ты жесткий. Это друзья. Почему я тоже так подумал? Или сейчас все вместе. Ну, где телек еще смотрели? В Рик и Морти. Морти. Так это не сериал, это мультсериал. Я то, что блядь, там в фильмах были одни мультики Шрека, это тебя вообще не смутило, да? Может, это друзья? Или теория большого взрыва? Или Шерлок? Это перевод. Теория большого взрыва. Флэш. Задроты сериальные, идите пивка попейте. Ну, Старлапс. Тони. Это пастор. Да. Нет. Сука. Блядь, какой пастырь? Проповедник это, блин. Может, проповедник, да? Я ебал тебя в жопу. Если что, пастырь и проповедник это одно и то же, как бы. Господи, как же это было просто. Это друзья. Патрик Меллор. Игра в следующий раунд, спасибо. Игра в следующий раунд, спасибо.
Клевый раунд. Держи. Клево. Надеюсь, что клевый. Если тут будет оружие, флаги. Русское поп-музло. Музыка, музыка, шутки, Батича. Батича. Исполнитель и автор. И... Так у меня все тихо будет или что? Need for Speed Underground, что ли, опять? Ну да. Это Диантур, то название песни. Чики-брики. И в дамке. Там написано вторую и третью песню скипать. Банана и бры. Банана бры. А, я убираю. А что ты за меня убираешь? Это ты выбрал. Это вообще... И баха брал. У меня забагалось, походу. Можно, пока он забагался в другие темы? Извинись. Выбирай. Проще не стало. Я что-то русское? Нет. Напасло вандос? Пачка папирос. Звучит дерьмово. Это русское. Вау, блядь, как глубоко. Тати. Знаю я одну Тати. Hello. It's me. Марио. Угу. А у меня одного типа супер тихо, да, все? Да. Перезайди. Но у меня тихо тоже. Это самое легкое, да? Миша. А вы что, по голосу не узнали, что это время? Ой, время истекло. Я по голосу не могу узнать, у меня супер тихо все. А, это. Блять. Короче, ты можешь перезайти, ты ничего не потеряешь. Да, мало ли. Тейлван или кто там? Еще есть. Вот так вот, даже уже не можете по голосу различить. На Игоре русскую попсу не отгадает. Я современную не знаю. Прошлогодняя. Это две Маши. Прошлогодняя. Ругана стёк. Для тебя не осталось. Это Лобода. Так. Так уже кончай его, не знаю. В белом танце кружимся. Наверное, мы с тобой подружимся. Это суперстар, по-моему. Ох, аж рука заболела что-то. Потому что я в винде убавлено. Устал? Поменяй. Нет, вроде не убавлено. А, я выбираю, сори. Да-да-да. Что знакомое? Это я где-то слышал даже. Если... Блядь, заебись. Денчик, ты че? Артур Фирушков, Вероника. Кончаю. Нет, кончаю. Не так. Чика. Извини, да чика. Ой, очередняра. Блядь, какое там вообще название, нахуй. Тихо. А это... Савичева. Не, как её, блядь, Гагарина, по-моему? Полина. Это Гагарина, выше головы. Это... Скалы. Это как ее, блядь? Лорак? А название песни? Сумасшедшая. А не Лорак, сумасшедшая. Не знаю, это там попсу, да? Ну, некоторые так. Там просто не палился, а на дорогом так заработал немного. Погнали. Зима,
Это Цой, я думаю. Да ладно. Ведь тут все песни Цой будут. Спасибо. А может Псай будет? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь. Восемь последний. Тоже Цой? Можно скипнуть? Это Саня хуй соси. Кукушка? По-моему, нравится кукушка. Два раза была вчера. Ну. Вчера другая часть была песня. Нет. Но часть песни другая. Я ж подумал, кто-то нажал отвечать. Нет. Такое только мог Ваня нажать. У тиммейтов играла? Мне кажется, Ваня ушел. Это Гучиганка. Вань. Американский. Это... Да какая нахуй разница мотива? Чёрная пантера. Постмейн. Чёрная панамера. Разбудите Ваню. Вань. Он микро загасил и ушёл. Бля, зато я знаю теперь, что никогда в жизни не захочу слушать плейлист китайца. Осуждаю. Восток. Цветы в вазе. Да. Говно в унитазе. О, сработались. Там восьмой был написано не нажимать еще. Я нажал. Я в твоем месте тушил экран на всякий. Ладно, я тушу на всякий. Песня. Кончай меня. Давай. Всего 3 сутки. Может, сейчас сверху тогда нажимаем? Написано не надо скипить. А вот это. А, тут слово. Фух. Порно смотреть. Да. Ты куда? Что? Ты куда? Без риска. Ты решил котами пострелять меня? Без риска. Ты че? Кончай его. Не. Не знаешь. Ты что, скипнул? Да. Я его не в очки. Можешь у него очки забрать еще. Скип. Это Imagine Dragons. Там стоил. Да, на очки у него не забрал. Просто шутки. Не шутки, вопрос не строил. А, тогда. Что началось? Продолжить фразу. А нужно ли? Почему бы и нет? F. По частям? Целовать. Да. Что-то сложные мемы. Как? 3500. Что? Тут в рифму или? Конечно, в рифму. Как хочешь. Как хочу. Да. Рифом к брату. Да не слушай, говори на Б. Давай скажи первую половину. Чего сказать? Говори. Сказал манда.
Ты не попала. Балдары. Бля, уровень кринжа зашкаливает. Говорить правду. Нет. Легче. Пиздеч. Еще больше зашкаливает. Секрет. Вот так вот, бля. Пиздомер. Это очевидный, очевидный ответ. Мне тоже. Нет. А вот и не угадали. Чай. Съебись. Извините, вот этот... Чё сказал? Мой хер? Нет. Какой хер, блин? Бля, по-моему, мой вариант получше. Хрен. Извините, задумался. Оп. Это Мэдисон. Это Мэдисон. Так он уже не байт отвечает. Это Simple? Да. Это чё на нём за форма? Нави. Военная. Паша Дизель. Чё, блядь? Ланшель, блядь. Сильверный. А-а-а. Бля, хули он очки у него свизил. Это вообще старая фото. Конечно. А кофта та же. Папич. Кринти. Опа. Опа. Кончай его. Это Хесус ВГН. Ты стримеров смотришь? Да, конечно. Есть стрим тушь, ты идёшь сразу Хесу смотреть. Мне кажется, Дэнчик знает. Ты ебал? Мне кажется, Дэнчик знает. У меня там 5 стримеров нахуй смотрят. Кто это, блядь? Ты не знаешь? Он не знает. Уже идите в жопу, я не знаю. Просто не знать, ты пиздец. Ладно. Кончай. Даже лакос там какой-нибудь, я не знаю. Всё уже. Ты говоришь, не знаю, а потом говоришь, когда твой лакос. Я не знаю, блядь, это он гуглил, блядь, оказывается. Да, оказывается. Не, это ютубер. Вернички. Подкасты записывают. Ты сначала говоришь, не знаешь, а потом говоришь, когда твой лакос. Так дела не делают. Где? Это Рен Зурвян. Мне так не за 500. Могу не знать, что ничего, ничего не было. Ты, ты меня досрочно кончил, пиздец, все, я... Ты сказал, не знаю, блядь. Ты сказал, не знаю, а потом я тебя кончил. Кик. Заходи, смотри рестрим. Блин, а здесь хотя бы интереснее то, что не полный фильм показывает. Я понял, кто это? Это Манурин. Овер. Да. Чё не заштурвал-то? Голландский. Очень смешно. Опа. Ой. Давайте вас верну и дам вам одну очку. Денчика можешь не давать. У меня так есть, вон там одна. Тебя Валя вроде тоже ФК. Да не важно. Игрок, даже если он не игрок, с игроком. Бля, вот просто чел, который постоянно заходит в чат и говорит, чё, свояк будет, сидит. Я думал, ты сейчас скажешь про челика, который кодит. А какие темы ты хочешь? Тут были и фильмы, и сериалы. И ты на них тоже ФК был. И игры, и музыка. И музыка была. Твои треки были, вот эти серебчины. Я нестандартный фильм смотрю. И нестандартную музыку. Игорь, бери нестандартную тему. Шо за банка? Назовите, что это. Сейчас руки-базуки будут. Санта-Мария. Азия. Какая-то азиатская зона. Это ананас. Perfect for cookie. Угадал полярный, отошел на фронт. Боковым зрением читаю, что там написано.
Вообще не ебу, что это может быть. Нет, ты знаешь. Не точный ответ. В смысле? Ты что думаешь, так просто? Я там это молоко хотел напить. Так и там перфект фукупак. Почему? Ну, по сути, да, ты хотел сказать молоко, а это наша вода. Что тут такое? Это кокосовое молоко. Так почему оно перфект? Почему за сок? Досчитали. А, она сказала, что она ошиблась. На телекли я написала сок, но я исправилась. Её загангли. Загангли. Застрахован. Застрахуй, братуху, застрахуй.